Я отрицаю все, и в этом суть моя. И лишь на то, чтоб с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше им уж вовсе не родиться. Короче, все, что злом ваш брат зовет, стремление разрушать дела и мысли злые, вот это все моя стихия. Пес, где твой хозяин? Мне вернуть вас на мусорку? Нет, мне здесь нравится. Я не доставлю много хлопот. Оставайтесь, я не против. Меня зовут Юра. Это Прохор. А как вас зовут? Я Ромус. Чувствую себя как дома, Ромус. Пойдем, я покажу тебе все. Какие чистые улицы. Очень долго я видел вокруг себя только мусор. Понимаю. Ты тоже жил в мусорном баке? Нет, но на работе я часто имею дело с мусором. Так ты мусорщик? Да, но это временно. Так-то я режиссер. Снимаю фильмы. К слову, ты не хотел бы сняться у меня? Нет. Ладно. Но я могу исполнить любое твое желание. Гонишь. Поверни меня. Присядь. Для начала напиши свое желание на клочке бумаги и засунь в мое ухо. Спасибо, Ромус, но я не буду загадывать желание. Но это моя благодарность за твое гостеприимство. Неужели у тебя нет желания для меня? Но ты же мусорщик. Ты можешь пожелать что угодно. Да мне и так нормально. Что ж, воля твоя. Если передумаешь, ты знаешь, что нужно делать. Ромус. Эй. Ты чего? Если передумаешь, ты знаешь, что нужно делать. Мусорщик говорит, что у него нет желания. Какая жалость.
Что дашь ты, жалкий бес, какие наслаждения, дух человеческий и гордые стремления, таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения, дашь золото, которое как... Таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения, дашь золото, которое... Ты пищу дашь, не дав мне насыщения, дашь золото, которое как ртуть. Ты пищу дав, не дашь мне насыщения. Таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения, дашь золото, которое как ртуть из рук проворно убегает. Человеческие и гордые стремления, таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения, дашь золото, которое, как ртуть, из рук проворно убегает. Как жаль, что я не умею читать. Я кое-что принес. Думаю, тебе понравится. Это было последнее. Теперь мое желание исполнится. Когда я получу свое тело? Я получил твое желание, мусорщик. Но есть один нюанс. Чтобы оно исполнилось, тебе необходимо задобрить урну изобилия. Что сделать? Тебе надо собрать 8 Тебе надо
чем я говорил? Ах да, чтобы твое желание исполнилось, тебе необходимо собрать 8 желаний. В каком смысле? Проще говоря, находишь человека, вытягиваешь из него самое сокровенное желание, то, чего он хочет больше всего, а затем отправляешь это желание прямиком в урну изобилия. После 8-го желания, приведя 8 человек, ты получишь то, что загадал. Ну а каждый человек, чье желание ты получаешь, имеет шанс исполнить его, если также соберет 8 желаний. То есть ты не исполняешь желания? Я вижу, ты ничего не понял. Нет, я понял. Это как сетевой маркетинг. Схема «приведи 10 друзей». Почему 10? 8? У меня родители квартиру в пирамиде потеряли. Так что я пас. Дело твое. А мне пора. Эй. Пиздобол. Прохор? Прохор? Ко мне. Прохор. Фроня. Ha 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 ha!